До закрытия избирательных участков осталось совсем немного времени. Всего по городу алматинцы могли проголосовать на 574 участках. На одном из них сейчас находится и наша съемочная группа. О том, как подходит к концу электоральный процесс, во Дворце школьников расскажет Диас Махамбетов. Он в прямом эфире. Диас, много еще желающих проголосовать? Да, Дина, на участке 377 во Дворце школьников буквально через несколько минут завершится голосование. К участку прикреплены на больше 2300 избирателей. К данному часу известно, что большая часть из жителей уже проголосовала. О самом процессе подробнее мы узнаем у заместителя председателя участковой комиссии Салима Кажикумарова. Салим, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с каким настроением сегодня люди приходят на участок для голосования? Ну, к нам приходят люди разного возраста. Это могут быть как студенты, так и пенсионеры. Настроение у них довольно хорошее, потому что они активно пользуются своим правом конституционным, а именно голосуют, то есть участвуют в политической жизни государства. Многие приходят даже семьями, что является очень хорошим показателем. А вот скажите, пожалуйста, после окончания процесса голосования, к чему вы приступите? Ну, то есть голосование у нас проходит до 8 часов, после этого двери закрываются, и начинается подсчет неиспользованных бюллетеней членами комиссии. Это все фиксируется и протоколируется нашим... То есть это все протоколируется нашими членами комиссии, секретарем. Сам процесс, он является непрерывным, то есть до момента оглашения результатов процесс не останавливается, но не происходит, но не более 12 часов. То есть... А вот скажите, сколько будет длиться подсчет голосов по времени? Это в зависимости по-разному, то есть это зависит от участка и количества людей, которые участвовали. В среднем это занимает где-то около 2-3 часов. А вот помимо подсчета общего количества бюллетеней, на что еще вы будете обращать внимание? Помимо общего подсчета голосов, также учитывается количество голосов за и количество голосов против. Спасибо большое, Салим. К слову, о замечаниях. К голосованию здесь подготовились основательно. За электоральным процессом следили независимые наблюдатели. Каких-либо нарушений на участке они не выявили. Всего их было трое. После завершения голосования все данные для подсчета голосов отсюда отправятся в территориальную комиссию референдума. Первые результаты мы услышим уже завтра утром. Дина. Спасибо за информацию. О завершающемся процессе голосования на одном из участков рассказал Диас Махамбетов.